Пострадавшим и семьям погибших в аварии в Елховском районе выплатят материальную помощь из областного бюджета. По поручению губернатора в Министерстве социально-демографической политики совместно с МЧС выверяют списки тех, кто получил травмы. Среди них есть и жители других регионов. Напомню, крупное ДТП на трассе Самара-Ульяновск произошло накануне. Автобус, в котором из села Булгары возвращались домой паломники, столкнулся с грузовиком. Трагедия унесла жизни двоих. Водитель автобуса, он погиб на месте, и его 18-летнего сына, он скончался на операционном столе. 26 человек госпитализированы в больнице Елховского и Красноярского районов и в областную больницу Калинина. На данный момент 12 человек уже выписали. В отношении водителя фуры, который спровоцировал аварию, возбуждено уголовное дело.